Полилингвальной школе Адемнар прошел конкурс корейской культуры K-Culture. Целью проведения конкурса и концерта является не только популяризация корейской культуры, но и укрепление взаимоотношений между Кореей и Татарстаном. По словам научного руководителя Центра исследований Кореи Института международных отношений, мероприятие такого рода позволяет студентам изучить специфику данного региона. Этот конкурс изначально был сделан и проводится до сих пор ради студентов, которые изучают корейский язык, корейскую культуру, историю, экономику, потому что они хотели еще больше узнать про Корею. В конкурсе приняли участие 25 команд, которые представили традиционную культуру благодаря танцам, песням и постановкам. Участниками стали люди разных возрастов, от школьников до студентов. Большей популярностью участников конкурса пользовались такие кей-поп-группы, как BTS и Blackpink. Тут происходит знакомство с корейской культурой, люди, которым сейчас особенно это становится мейнстримом таким, и люди увлекаются этим, и вот такие мероприятия помогают больше узнать о культуре Кореи, потому что здесь не только кавер-дэнс участвует, как вот мы, например, а также корейские народные песни. Я начинала также со зрительского зала и уже перешла на сцену. И я знаю, что многих, кто здесь сейчас присутствует в зале, это мотивирует. Также меня это смотивировало, и вот спустя много времени я здесь. Отметим, что конкурс корейской культуры K-Culture проходит ежегодно, с каждым годом вовлекая все больше студентов, школьников и просто людей, любящих корейскую культуру. Карина Саяхова, Илюзаде Мухаметова, Фарид Захитуглы, Универньюз. We'll be right back.